Здесь можно прогуляться по просторному парку, посетить выставочный павильон исторического оружия. Со стен высоких башен крепости открывается потрясающий вид. Цитата из бортового журнала «Инсайт». Статью о Бендерской крепости можно прочитать прямо в самолете. Журнал румынской авиакомпании. Тем, кто летает рейсами между Кишиневым и Бухарестом, предлагают посетить Приднестровье. Для пассажиров рейсов авиакомпании «Таром Кишинев-Бухарест» и «Бухарест-Кишинев» действует специальное предложение. При предъявлении своего посадочного талона и буклета, который вышел недавно, пассажиры имеют скидку на посещение экскурсии по Бендерской крепости. Кстати, скидка 15%. В кассе крепости нужно показать билет на самолет и сам буклет, где вышла статья.